Я хочу просто узнать ваше мнение про критику, что есть в Армении в связи с Россией, с ОДКБ. Вы знаете, ну, ожидания, они, конечно, могут быть разные здесь, они, наверное, больше, но я совсем не согласен с такой огульной критикой ОДКБ, потому что организация реагирует. Вы знаете, что здесь была миссия, которая возглавлял начальник объединенного штаба ОДКБ, был здесь генеральный секретарь ОДКБ, и, насколько мне известно, там вырабатывается проект решения Совета коллективной безопасности, которое призвано все-таки именно ответить на те ожидания, которые есть здесь. Но говорят, что целенаправленные заявления нету со стороны России или ОДКБ. Вы не согласны с этим? Ну, Россия четко выражает свою позицию и в отношении силовых методов, в отношении того, что необходимо единственный реальный путь урегулирования этих вопросов – это путь политико-дипломатический на основе тех договоренностей, которые есть, трехсторонних. Я думаю, что это достаточно четкое выражение позиции. А если это наложить еще на те практические действия, которые предпринимает Россия, о которых не всегда говорится публично, я думаю, что позицию России здесь можно, конечно, критиковать, но не признать, здесь каждый имеет право на свое мнение, но не признать, что Россия действительно вкладывает очень большие усилия и материальный, политический капитал, это в том числе высшего руководства Российской Федерации, прежде всего высшего руководства Российской Федерации, я думаю, не признать это было бы просто несправедливо. Я прошу прощения. Давайте закончим.